Всем привет из около Москвы. Сегодня у нас четверг, время 7 час уже. Я еду сейчас на встречу с моими бывшими коллегами из одной компании, в которой мы все вместе работали. Потом все разбежались, и вот сейчас, как бы так сказать, под шумок, поскольку приехала моя подружка из Ирландии, с которой мы тоже там вместе работали, и все решили объединиться и встретиться все вместе в каком-нибудь кафе, посидеть, пообщаться, друг на друга посмотреть, потому что, мне кажется, уже года два, наверное, как бы не встречались, не пересекались. А может и нет. Ну, с кем-то пересекались, с кем-то как бы общаемся. Да нет, наверное, по-моему, я со всеми общаемся в соцсетях. Но вот вживую, как бы под шумок прилета моей подружки, решили все вместе взять и встретиться вживую. Поэтому я вырываюсь из своего хозяйства. Честно говоря, сначала думала ехать, не ехать, потому что вечером в Москву, ну... В том плане, что как бы как мое хозяйство на это отреагирует. Ну ничего, вроде бы всех накормила, всех уложила, все. Выезжаю. У нас закат. Сейчас я покажу, что у нас творится за бортом. У меня красивый закат здесь. Смотрите, какая красота. У нас сегодня целый день было солнышко. И вот оно сейчас садится. Вот такая у нас красота сейчас. Все, а я еду в Москву. Я не знаю, будет ли у меня возможность там, возможность, желание, не забуду ли я что-то, может быть, что-то снять. Но если что, потом расскажу, как все прошло. Я еду уже со встречи. Время 23:32. И что у нас? Конечно, у нас пробка. Это Волгоградка. Вот вам наглядное доказательство того, что на Волгоградке пробки и днем, и ночью. Вроде бы какой-то кусочек они уже открыли, я сегодня по нему ехала. А здесь вот все еще идет строительство развязки. И из-за этого, наверное, большую часть, это и является основной причиной вот этой пробки. 12:30 ночи, 23:33. Красиво стоим, медленно едем. Ну ладно, я надеюсь, что это единственная пробка, дальше я просто полечу. Вот. Хочу спать, так замечательно посидели, потрындели, посмеялись, пообщались. Вот, конечно, ничего я не снимала, потому что я, честно говоря, даже забыла про это. Сидели мы в хорошем кафе, называется арт-кафе «Глаза». Там очень такой интересный интерьер. Достаточно демократичный для центра Москвы цены. Ну, кому интересно, тут зайдет на сайт. Через Яндекс, через Google можно найти. Все. Мне моя любимая из Ирландии привезла подарочек, привезла кошелечек. Я сейчас доставать не буду, я вам завтра покажу. Потому что у меня как раз, ну, она как чувствует. Как чувствует, что у меня кошелек порвался. Я говорю, ты смотрела мое видео? Она говорит, нет, я не смотрю твое видео, я просто тебя чувствую. Вот, так что полезный подарочек, завтра покажу его. Ну, собственно, за 40 минут я доехала до дома. Что я хотела показать? Здесь вот у нас было в течение года такое кафе. Это торговый центр наш. И было кафе. Ну, называлось просто кафе. А сейчас, смотрите, все, они съехали. Вот так вот. Малый бизнес. Даже, не знаю, может быть, даже меньше года. Потому что торговый центр открылся, если я не ошибаюсь, в мае прошлом. Или марте. Ну вот, а сейчас получается, даже если с прошлого марта считать, год. Получается, год они проработали и закрылись.
О, у нас, конечно, дорога сейчас здесь. Мне надо будет найти место для парковки. Потому что время 0:13. Конечно, я приперлась тоже поздно. Ладно, сейчас буду искать, куда мне пристроить мой таз. Ой, я видела, короче, машину сегодня. Шестерка наша отечественная. На ней написано «Пацанский таз». Вот я теперь... Ой, блин, как все плотно стоит-то. И куда мне встать-то? Блин, смотрите, все занято. Аж прям даже вот сюда вот этот чувак встал. Блин. Пацанский таз. Ладно. Сейчас я что-нибудь придумаю. Ой, сейчас покажу. Хоба, да, покажу. Вот такой вот мне подарочек моя любимая подружка из Ирландии сделала. Это кошелечек. Такой он гладенький. Сейчас я его открою. Там вот так вот сделано. То есть... Для карточек здесь вот есть место. Для мелочи вот здесь вот есть место. Ну, вообще классно, очень, очень удобный. Смотрите, она положила мне 50 центов. Потому что кошелечки нельзя дарить без денег. Она положила мне 50 центов. Ой, сейчас приеду, напишу ей. Спасибо за 50 центов. Вот он. iCredi. Не знаю, что за фирма. Вот такая вот. В общем, очень удобно. Вот места еще для кредита. Не знаю, видно, не видно. Ой, спасибо тебе, любимая. Конечно, ты не смотришь мои видео, но я тебе говорю спасибо. Мне сейчас как никогда очень актуально. Мой кошелечек порвался, я с удовольствием буду пользоваться твоим. Твоим моим теперь. Надеюсь, он принесет мне финансовое благополучие. Надеюсь, тут проедут люди. Нормально я тут припарковалась. В принципе, можно проехать.